нас проблемы со звуком гитары, сейчас мы пытаемся ее решить. Тем временем я с вами поговорю. Пока, Гриша. Спасибо, это абсолютно взаимно. Спасибо. Вы знаете, мы будем приезжать чаще, если вы будете нас чаще звать. Свободы больше, это точно. Там можно сумму. У вас это, наверное, порядок. Нет, нет. Все старое. Приветствую в штаб. Так, у вас все более-менее ничего слышно, все видно, слышно, как...